Ну, друзья, сегодня первый день «Бабушки легкого поведения 2». Мы снимаем наши гениальные гримеры. Лешечка, Антошечка. Салют, салют. И я, бабушка. Бородатый. Ну что, друзья, вот я такой вот. Пока такой, сейчас скоро буду такая. А ну? А ну? А ну, Антоха. Ну, Михаил Стас сейчас вылез. Дорогие друзья, добрый день. Так а что такие вот гормоны на подбородке? Я мутирую. Ой-ой-ой. Уф-уф-уф. Ой-ой-ой. Уф. Ой-ой-ой. Уф. Уф. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Здравствуйте, я даже не знаю, кто я вообще, кто я. Короче, я немножко так пообедала и чуть-чуть отдыхала. Друзья, хочу еще раз поздравить всех нас и вас с началом всего мощного процесса «Бабушка легкого поведения 2». Она будет сумасшедшая, она будет фантастическая. И очень смешная, смешнее первой части. Вот, и будем держать вас в курсе, когда, собственно, будет выходить она, приблизительно, как бы, дата уже ориентируемся на начало 2019 года. Вот, но ждите, очень будет весело. Это, конечно, большой труд, вот это все, это, конечно, часы грима, это влияет на красоту моей кожи. Ну а что делать? Такая уж наша участь. А вот отдельно поклонникам Артура Пирожкова хочется передать привет и сказать, что на днях он будет снимать клип. Как обычно, это будет очень феерично, сексуально и эстетично. Да, пиваем. Спасибо.